Игорь Бураковский с нами сейчас на связи, председатель правления Института экономических исследований, политических консультаций. Игорь Валентинович, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Видим также, что вы являетесь участником, да, саммита, непосредственным слушателем, человек, который, да, видит и все понимает, и все знает как раз из Лондона, что происходит. Еще раз вам здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Валентинович, возможно, вы слышали, да, вот месседжи господина Блинкена, государственного секретаря США. У него был, к нему был вопрос на Ukraine Recovery Conference. Спросили, за чей счет будет восстанавливаться Украина. Сказал однозначно господин Блинкен, за счет российский. Но, судя по данным, которые ныне распространяет как Bloomberg и ряд других СМИ, ныне в Европейском Союзе, по крайней мере, еще не понимают, а могут ли они в целом передать там 300 миллиардов, да, на восстановление Украины? Как их вообще будут использовать? Дивиденды ли будут с них использовать, как и уже сейчас происходит в некоторых компаниях? В кулуарах об этом, как говорят, вот как вы это видите? На сегодняшний день, опять-таки, если говорить не только о кулуарах, но и в целом, как ведется дискуссия, средства для восстановления Украины будут поступать из нескольких источников. Первый источник – это, естественно, украинский бюджет. Нам придется вкладывать свои деньги, хотя бы потому, что классический план Маршалла, он предполагал непосредственно взносы тех стран, которым осуществлялась помощь через план Маршалла. Это действительно деньги Российской Федерации. Все говорили и говорят и на неофициально, и на официальном уровне о том, что Россия должна заплатить за свою агрессию. В данном случае речь идет об экономической плате. Что касается непосредственно передачи денег, то это вопрос во многом связан с национальными юрисдикциями. Как известно, в Соединенных Штатах Америки разрабатывается закон соответствующий о том, чтобы передавать деньги пострадавшим странам. Такой закон принят сегодня в Канаде. И вот, собственно, решается вопрос и в Европейском Союзе. Ну и, естественно, это средства международных организаций. Кстати, Европейский Союз устами Урсулы фон дер Ляйен на конференции заявил о том, что помощь Украине будет включена в долгосрочный бюджет Европейского Союза. И с моей точки зрения, это очень важный знак. Ну и плюс, и одна из ключевых тем конференции, как привлечь средства иностранного, и не только иностранного, но и в числе украинского частного капитала. Здесь речь шла, например, о различного рода способах страхования военных рисков. Ну и при этом все время говорилось о том, что действительно многие вещи, связанные с будущим восстановлением, будут зависеть от двух условий. Первое условие – это общая безопасность. Безопасность как бы в целом. А с другой стороны, это безопасность тех объектов, которые восстанавливаются сегодня и будут восстановлены при помощи, в том числе, международной финансовой помощи. Действительно, мы прекрасно понимаем, что европейские страны, вот в частности, если мы сейчас вспомним Великобританию, очень часто говорят о том, насколько необходимо будет следить за тем, чтобы все-таки средства, вот я почему вспомнила Великобританию, чтобы средства, которые подсанкционные российские олигархи, а я вот цитирую, решать пожертвовать, тут так звучит, на восстановление Украины, были использованы по назначению. Об этом как раз сказал источник правительства Великобритании для средств массовой информации. Вот эти все-таки средства подсанкционных российских олигархов, я так понимаю, которые пожертвуют, вот хорошее тут слово, пожертвуют, наверное, в счет того, что будут, ну, скажем так, убраны из списков, из санкционных списков. Но если мы говорим сейчас о средствах российских олигархов, как вы считаете, каким образом они тоже же определенным образом должны эти процессы быть задокументированы? Об этом сегодня также продолжат говорить и в Лондоне. Но как это должно быть формализировано? Какой-то фонд? Мы очень часто вспоминаем Бориса Джонсона, который, скажем так, мог бы стать фронтменом в этом вопросе, и в частности его коллеги и по парламенту британскому, и дипломаты европейские говорили, что было бы неплохо, если бы как раз возглавил такой фонд по предоставлению помощи для восстановления Украины, возглавил именно Борис Джонсон, так как он вызывает доверие не только у британцев, но и у политиков ряда других европейских стран. Как вы считаете, как должны эти формализированы быть процессы и в отношении как раз вот подсанкционных олигархов, чьи средства могут быть переданы также на восстановление Украины?
Ну, прежде всего, должно быть принято некое законодательство на уровне национальных юрисдикций, потому что, собственно, будет ли это фонд, будет ли это какой-то другой инструмент, в данном случае не суть важна. Вопрос заключается в том, как эти деньги будут изыматься и как эти деньги будут потом передаваться непосредственно Украине. Фонд — это, в принципе, такая, знаете, техническая вещь, технический институт. Вот. И мне кажется, что это весьма важный вопрос, и тут уже нужно учесть, например, те же уроки, которые мы сегодня имеем. Опять-таки, речь идет о лондонском олигархе Романе Абрамовиче, который продал Челси и предполагал, что часть этих денег будет непосредственно направлена на помощь пострадавшим от войны. Вот, было некое соглашение подписано между правительством, между официальными лицами Великобритании и Романом Абрамовичем, но пока этот процесс каким-то образом, так сказать, ну, не двигается с мертвой точки. Вот этот урок уже, видимо, тоже нужно изучить и соответствующим образом понимать, как это все будет регулироваться действительно на уровне конкретный олигарх и, скажем, представитель пострадавшей стороны. Это действительно очень важный механизм, и мне кажется, что пока еще нет такого, так сказать, яркого видения. Но есть еще один нюанс. Мне кажется, что когда речь идет непосредственно о санкциях, то мы все должны понимать, что санкции не заканчиваются на следующий день после того, когда Украина победит. Санкции должны быть и должны использоваться как инструмент, в том числе давление на Россию в плане выплат, в плане покрытия того ущерба, который Россия принесла непосредственно Украине. И тут действительно нужно иметь такую, я бы сказал, соответствующую стратегию снижения санкций, может быть, отмена каких-то санкций по мере того, как в Украину будут поступать репарационные платежи со стороны России. Будут ли это частные репарационные платежи от частных лиц, то ли будет это плата непосредственно государства Российской Федерации. В данном случае не суть важно, но санкции не должны сниматься до тех пор, пока Россия полностью не рассчитается за тот ущерб, который она принесла на украинскую землю. Из аспектов, почему, собственно, передача Украине российских активов, я все-таки вернусь к замороженным именно 400 миллиардов по разным оценкам, это то, что в случае, если ЕС в целом как институция, либо же конкретные страны передадут напрямую Украине вот эти активы, это создаст прецедент. Да, когда государства по своему решению, либо по общему решению Европейского Союза смогут замораживать активы других стран. И это, в принципе, будет возможно и в случае, если там в условно сейчас говорю, Бельгии к власти придут люди, ну, не совсем адекватные, да, они смогут заморозить активы других государств. Таким образом, манипулируя союзниками, манипулируя ЕС как институцией, ну и той страной, назовем ее Н, чьи активы были заморожены. Этого опасаются в Европейском Союзе, этого опасаются в Лондоне. Как вы видите, как вы успели вот пообщаться с представителями и участниками конференции по восстановлению? Знаете, на сегодняшний день в основном все внимание привлечено именно как бы первому шагу. Деньги заморозить и потом как их непосредственно передавать. О каких-то различного рода угрозах пока, так сказать, речи не идет. И поэтому, собственно, когда мы говорим о санкциях и когда мы говорим о, собственно, передаче тех или иных замороженных активов, то действительно очень важна вот эта вот связка. Национальное законодательство и международные какие-то решения, международные договоренности. В этом смысле я думаю, что можно найти какие-то определенные развязки. И я, честно говоря, пока не вижу какого-то такого, знаете, так сказать, большой угрозы относительно того, что какое-то государство скажет, вы знаете, вы мне не нравитесь, поэтому я введу против вас санкции. Кроме того, давайте не забывать о том, что когда речь идет об экономических санкциях, они, собственно, существуют в двух основных видах. Первое — это вот политические санкции, санкции, например, связанные с войной. Это такая, знаете, чрезвычайная ситуация. Тобто это не является нормальным экономическим инструментом. С другой стороны, есть санкции, скажем, за нарушение торгового режима, то есть за нарушение каких-то правил поведения, прежде всего, в экономической сфере. Так вот эти вот санкции, они достаточно активно используются и Европейским Союзом, они использовались и Украиной, в том числе против, скажем, ряда так сказать, известных нам стран. Поэтому в данном случае это, в общем-то, уже механизм правоприменения, и это, собственно, инструменты того, как мы урегулируем наши отношения с нашими партнерами. Ну,
Ну, и мы прекрасно понимаем, Игорь Валентинович, что сейчас вот те суммы, которые называются, да, там 411 миллиардов, там ранее звучало 500 миллиардов, я насколько понимаю, что это сумма по восстановлению Украины. Кстати, вот правильно ли проводить такую корреляцию? Чем дольше будет продолжаться война, тем дольше выше будет и больше эта сумма, потому что мы видим эту, да, тактику, которую как раз сейчас и продолжает армия Российской Федерации. Они и говорили, и в Лондоне продолжают говорить об уничтожении Единишмигаль, вспоминала об уничтожении Мариуполя, Бучи, других населенных пунктов. Я правильно понимаю, что эти суммы, они вот с продолжительностью войны, эти суммы для восстановления Украины, они будут серьезно увеличиваться? Несомненно, действительно, каждый день мы, к сожалению, несем ущерб. Вот, связанных с российскими, скажем, атаками и ведением боевых действий. Мы не до конца, так сказать, сегодня представляем, во сколько нам обойдется восстановление, например, того же Мариуполя и территории, которые мы обязательно деоккупируем. Поэтому действительно речь идет о достаточно больших средствах. Но если вернуться к Лондонской конференции, то сегодня очень много говорилось, сегодня будет говориться, вернее, да, пока еще конференция у нас не началась, а вчера очень много говорилось о привлечении частного бизнеса непосредственно к восстановлению Украины. И, собственно, практически все представители топ-левел, так сказать, менеджмента и тот же самый Энтони Блинкен и та же самая Урсула фон дер Ляйен, практически все люди, которые, так сказать, принимают непосредственные решения, говорили о том, что без привлечения частного капитала с его средствами, с его менеджментом, это, так сказать, очень важно, восстановить Украину не удастся. Поэтому сегодня все говорят о необходимости создания таких условий, когда частному капиталу будет выгодно вкладываться в Украину именно для того, чтобы получить соответствующую прибыль. Вот как раз в вашем, так сказать, сюжете было, там, где выступал журналист, там было написано «Invest in Ukraine». Вот эта вот тема была очень такой, так сказать, достаточно актуальна. Естественно, бизнес задавал вопросы, а какие будут риски, как эти риски могут быть минимизированы, прежде всего военно-политические риски. И мне кажется, что это очень такой, так сказать, интересный поворот, о котором мы сегодня мало говорим. Мы говорим в основном о том, что нам будут помогать государства, мы говорим о том, что Украина, что, так сказать, там будет делать, замороженные активы и так далее. Но вот, так сказать, есть большой пласт, и в том числе и частного бизнеса. И если не ошибаюсь, из примерно 1000 участников в конференции, где-то примерно человек 350-400 – это представители бизнеса или структур, связанных непосредственно с бизнесом. То есть это вот тоже такая достаточно большая сфера, которой нужно заниматься, заниматься и нашим партнерам, и, естественно, заниматься в Украине. Один аспект темы замороженных активов Российской Федерации, дальнейшего их использования. Опять-таки, если взять за основу рабочую схему о дивидендах, которые будут там 3%, да, по-моему, говорили, с использованием активов, использованным для восстановления Украины. Если там условно в руках Европейского Союза, сейчас грубо говорю, но там есть, например, там 300 миллиардов евро, эти замороженные активы могут использоваться как инструмент влияния на новую российскую власть? Либо на власть российскую беспутинскую, когда там вы делаете реформы, мы возвращаем вам там 10 миллиардов, вы еще одни реформы проводите, еще 10 миллиардов. Идет там реформа судебная, либо антипутинская, депутинизация, еще 50. Вы видите перспективы такой работы для Европейского Союза? Ведь в этом есть, наверное, логика. Логика в этом есть, но в настоящее время я, честно говоря, скорее бы говорил о, так сказать, своей стратегии, которой мы уже касались. Деньги должны возвращаться, или, скажем так, санкции должны сниматься по мере того, как Россия будет компенсировать нанесенный войной ущерб. Дальше это как бы проблема Российской Федерации. Что хотите, так сказать, то и делайте, хотя понятно, мы все заинтересованы в изменении режима, но, тем не менее, давайте будем реалистами. Видимо, вряд ли сегодня на завтра в России произойдет какая-то демократизация. Вот, режим наверняка в том или ином формате сохранится. Будут ли там какие-то потрясения? Говорить сейчас об этом достаточно сложно. Поэтому я думаю, что мы должны решать вот такую вот, но очень утилитарно, но тем не менее стратегическую задачу. Санкции снимаются по мере того, как вы, так сказать, непосредственно компенсируете ущерб. Ну и, естественно, не обязательно, как мне кажется, эти деньги возвращать. Часть этих денег, естественно, пойдет на компенсацию ущерба непосредственно Украине. Вот, собственно, такая, так сказать, схема. А если речь идет об экономическом влиянии на Российскую Федерацию, это тема отдельной беседы. И мне кажется, что сегодня, наверное, не стоит увязывать замороженные активы непосредственно с изменением режима в Российской Федерации. Пусть платят за то, что они сделали.
Услышали вас, Игорь Валентинович. Спасибо вам огромное за ваш анализ. Рада вам всегда в эфире Freedom. Я напомню, что с нами был на связи Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций.